играет уже, когда сидячий ты не показал последнюю атаку. Уже он говорит, добавленное время 30 секунд. А счет какой? Что, штрафной. Торпедо 2-3 в итоге. Но торпедо Гагаринский сравнивает счет со штрафного. Но самая жесть, что со штрафного там летел удар четко в руки голкипера, но защитник зачем-то прыгнул, подправил головой и перекинул через руки голкипера. То есть была просто жесть. Ладно, 2-2. Дальше что? Лиги просить, а нам что тихо тут менять надо. А мы через игру снимаем. Нет, вот здесь вот, если... Что-то я никого из тех не узнаю. А, не узнаю, вижу, это они. Уважаемые болельщики, в рамках запаха премьер-лиги встречается команда «Мега Титан», команда Да. Молодец! Есть, отправь!
всегда просадил микрофон. Это жесть, вообще. Просто как так? Козырь, такой матч. Спасибо, блин. Мне прям жалко его. Кстати, Адидас, он не знаменует, кто на атаке не очень нравится. Я посмотрю, что они берут так, как кстати, на победу техносилы поставил. На них просто такой был неадекватный. Поставил 50 рублей. Слушай, а где ставят? На 1xbet. На 1xbet принимают, да? Как правило. Ну, на LFL. Да. И какой коэффициент? Молодец, Слава, давай, давай, пошел! 19, не, не 19, 29 и 1. Ну, с учетом того, что у меня коэффициент после КФЛ, ну, посмотрим. Сегодня возьмут техносилу и выгрызут победку. Ну я, может быть, тогда поставил так, хозяин милициан x2 тогда, наверное, уж тогда вот так. Не, ну просто 2900 со 100 рублей. Я буду жалеть, что я тогда не поставил больше. У меня, короче, приятель один, он, будучи пьяным, поставил на Лестер перед их чемпионским сезоном на их победу в чемпионате. А коэффициент? Он был в Англии, поставил. Один в один, один в один! Коэффициент там был уже 500 к 1. Так это же известная история, что когда Лестер стал чемпионом, многие люди в Англии обогатились. В основном фанаты Лестера, которые, ну, как всегда, перед сезоном поставили там то 100 фунтов, то 200. В итоге, кто 100 фунтов ставил, они там, сам видишь, выигрывали сколько. Значит, с учетом налогов там получалось очень много. Короче, в чем история? Он был в Англии, там просто друг у него живет. Они напились. Ну и просто такая ради прикола кто-нибудь поставил. Из нижней. Выиграют, будем радоваться, если вдруг чудо. Поставили. Он говорит, не, я только на Челси ставлю, то что за них, блин. Говорит, да нет, ну Челси, неинтересно, не могут выиграть, давай на тех, кто не могут. Говорит, ну давай Лестер поставлю, они в прошлом сезоне чуть не вылетели. Если они выиграют, то у них самый большой коэффициент был на победу. Говорит, я тогда на них поставлю, если выиграют, будет красиво. Короче, в чем история? Он купон на ставку оставил в Англии. Но если что он был пьяный, он не запомнил где. Когда Лестер за несколько туров до конца уехал на месяц в Англию, чтобы найти этот купон. Они с другом ездили и искали, где можно найти этот купон. Просто, но в итоге они его нашли в подвале, затертый, практически стертый. Но ему в итоге деньги выплатили в конторе. Но единственное, со штрафом за повреждение купона у них такое есть. Штраф был 20%, но все равно. Он сколько, по-моему, 100 фунтов поставил. Ну сколько получилось? Выиграешь? Ну, если 500... 50 тысяч фунтов. Класс. Ну, у него этот штраф от 50-20% составил. Окей, ну, подожди, если 100, то 5 тысяч получается, или 50 тысяч? 50 тысяч. 50 тысяч? Да. Коэффициент был 500. В Англии после этого 500. В букмекерском мире запретили коэффициент выше 300. Здесь смотрим. И, короче, вот ему штраф на 10 тысяч фунтов впаяли, плюс налоги, у него, короче, осталось 36 с чем-то тысяч фунтов. Если переводить на рубли, звучит, конечно, можно. Я даже не хочу знать, сколько это по нынешнему курсу. 2 миллиона рублей. Зачем ты это сказал? Давай сюда, сагон можно! Дал себе слово теперь пить только в Англии. Или как это? Ставить на Лестер раз в 100 лет или как? Не знаю, просто приезжать в Англию напиваться, ставить лист, блин, просто. Это просто такой пипец. Там слов нет. Thank you.
все, спина. Сзади, Лёха, сзади. Постарайтесь сохранить, дай. Дай, постарайтесь придержать, сохранить, дай. Выше. Я, кстати, не видел там. Трансляции же были из третьего поля. Да. Там вышку у нас. Да, места. Да. И там сидел режиссер еще. Первый день там за вышкой поставили палатку, в палатке сидел режиссер. А потом они в районе четвертого поля протянули шнуры там в этом самом вагончике. А, ну из-за Поливалова? Там же первые дни там надо выдержать. Да, они в итоге все просто вещали из этого. Ну, я говорю, самое огненное было этот самый. Вон, трибуны до сих пор не очищены от пожара в первый же день. Эти играли, господи. Ой, забыл сколировать, сейчас словом скажу. Фаерсгли, если да, только они искры от фаеров попали под трибуны. Ну, ах. Смотри, все на мою ставочку идет. Ты уже чувствуешь деньги? Пока я чувствую, что не настолько далеко. Правая зона, правая. И между зоной только чудо. А, Иствуд, у Иствуда же самые такие фанаты. Сохраните, сохраните. Ну выиграл ожидаемый ЦДК. Я, правда, удивлен, что Титан не дошел до финала. Как они проиграли? Там было достаточно много приличных команд все-таки ближе к финалу. Мне, кстати, ребята говорили, что одна из трансляций рухнула и оборвалась на пятой минуте. Но это все равно звуковое же видно. Просто зону ударили. Хорош! Да. Вот на зону. Еще раз. Люк, давай сейчас замену можно. Слав. Парни, парни. Полузону тогда поднимаем. Правую полузону. Подскажи, Валерий, Гав. Центр один, Гровка один. Штраня еще. Шире. Спокойно. Лёх, пойди сюда, Юг, правильно.
Через пару секунд. Выруби Wi-Fi, включи 4G, не мучайся. Один, один, Серёга! Я потом еще сейчас. Ага, сейчас, сейчас. Давай, 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 давай. Дом, что, времени мало. Лёха, левый только. Оп. Пойдём, пойдём, пойдём. До конца один. Пробуйте! Пробуйте!
Раздирает ее в гостях, но только на 1-0, хотя там на две выиграет 0-8. На самом деле. Нет, это просто там у Дерби сейчас всего 2 удара и 1 ствол. У Лица Дерби сейчас надо. Да. В итоге дома приезжают, и дома просто как будто всех игроков заменили. И просто играет только один самый слабый игрок. Да, доработаем, доработаем! Ребята, доработаем! Просто команда вбивает только гребаному Франкилу. Ребята, доработаем, да. Который был весь сезон, что Винс команда жена. Один между двух. Один. Хорош, все спокойно, спокойно, спокойно. Ищи паузу. Там же, на этой же полузоне. На этой же полузоне один за спиной. За спиной один. Обещал чем студенческий какой-то устроить. Чем среди? Пять. Один устроил. Хорош. Конца на него пойдет. Ребята, ребята, ищем. Хорош, хорош, помогаем. Товарищ судья, заминку сделаем, товарищ судья. Товарищ судья. Украина желто-белая, хотя можно это курить. Левая нога, левая нога, левая нога! Ну наш,
наш. Давай сюда. Эра. Пока, сделай замену. Сейчас первый тайм уже под конец.
Ну, первый тайм. Прям одно удовольствие играть. Это я первый раз за тысячу лет играл на голова. Ой, извините. Прости. Я вырежу твою голову, можно? Да, да. Просто дырку такую оставь. А ты в чем монтируешь? Спроси меня чуть позже. Пинакл. Чё? Пинакл студио. Господи, это что-то произойдет. Ну а в чем монтируешь ты, когда у тебя не прямой эфир? В Adobe Premiere. Ну это меня не удивляет, но он для меня слишком сложен пока. Да ну наоборот, переходи на него, поймешь, это самое лучшее приложение для монтажа. Да? Есть еще, конечно, Final Cut, но Final Cut немножко для другого. То есть для такого монтажа еще лучше Premiere. Final Cut это тот же самый Premiere, не особо значит участие, только интерфейс, потому что нравится. Не надо вас много там. Если тебе нужно выводить кино, то лучше выводить его в Final Cut. Именно кино. Когда тебе нужно битрейт больше 200 делать на видео. То есть чего не предлагает пример. Вот единственное, чем можешь Final Cut и чего не предлагает ни одна программа. Ну это пипец нагрузка на процессор, потому что чтобы процессор, у него оперативка была минимум 32 гига. Минимум. Видеокарта была минимум 8 гигов. То есть там пипец. У тебя комп потом начинает работать вот так. Я такой даже не пытался. На другой можно. Так. Еще может. Скотч у вас есть? Че, фишка высоко? Не, я не спрашиваю. За скотч могу даже скинуть версию бесплатного примера, который сломан. Если скинешь, я с удовольствием. Хорошо. У нас есть свой такой коммерческий, наломанный, хороший. В инструкцию устанавливаешь и все. Хорошо наломанный. Да. Я понял. Спасибо. В основном без косяков работает. Да, и он так устанавливается косяками. Ну, это уже зависит от установки. Ну, я не знаю, у меня он все время требовал все равно. Рядом есть! Нет, такие генсеры не можно. Хорош, ходи, ударник! Чё, есть ещё, Лёша? Где взять, если ты будешь нормально ехать? Где его, блядь? Так, ты иди, мне тоже не близко. Сели, где-то один игрок, тот же самый папа. Ходи, попробуй сюда. Да, действительно, получается вопрос к тому, кто устанавливал. Не, я не отрицаю, я... Ну ладно, надо попробовать. Стёп, не надо, Стёп. Ты видел, да, кстати, я опять вовремя вчера зашел уже в спорт. Как раз когда Никита Сережа нас ждали. Смотри новый спин-офф в нашей истории, что теперь Даша Смирнова будет встречаться с Никитой Сережным. Вообще не похоже. Идеально. По всем параметрам. Один на него! Я никогда не забуду, как Никита Сережин пропустил удар Бабаску из центра поля. Потому что я ту игру комментировал, я, наверное, единственный раз в жизни, когда я просто заржал в эфире и не смог сдержаться. А Бабанский играет еще в регионе или нет? Я в регионе не видел. Там кого только нет, там есть Михайлов, Кома. Блин, какой матч с Кромосом был, 5-5. Это прям жесть, мы отыгрались 5-1. Это Сэмбэд, да. Красяков просто затащил. Он, короче, не мог сначала, себя разыгрался в итоге в концовке. Получил мяч, побежал, дважды выкатил голевые на Аристов. И Илюша вот так где-то хитрик оформил. Илюша играл всю игру очень плохо. Его все орали, он вот так бац, заслужил.
Ну, я там прям... Здорово! Я там Красяков... Там Бихипи чуть-чуть сегодня закончил. Ну да, Красяков как побежал, блин, Гриз, ты как прям Роналду в 98-м. Говорит, я прям детство вспомнил. Говорит, ты вернул меня в детство, Гриша. Детство. Красяков еще не родился даже. И Красяков просто побежал. И так качнул Ильики его, голкипера. А Красяков, подожди, он 2000-го года? 98-й это первый чемпионат мира, который я помню. Ну, в адекватном состоянии. Да, не а, нет, подожди, Евро 96-й был, я помню. Да, это я еще... Блин, у вас единственный, да, игрок получается? А, Егор еще Петров, да? Тоже молодой. Ну да, вот, ладно, я не буду. Такой, знаешь, уже нет никого больше, все умерли. Хмельницкий, он же не молодой. Ну, Хмельницкий нет, конечно. Ладно, еще Фил Хмельницкий есть. Ну, он уже тоже у нас на четвертом месте. Да, он же не успеет. Все, закончена карьера. Ну, что он проживет? От дождя, да. А, я думал, ты про Фил Хмельницкий. Кто на воротах у нас стоит сейчас? Я. А, да, а еще когда не поедет, получилось? Еще сейчас будет ездить, еще играть. Фил Дунинский что-то со спиной сделал, который и лежал, короче, все хотят, чтобы я дальше. А где посмотреть, как он на воротах играет, просто туда поражать? Пока нигде, это не снимают еще. Сараса. Не, не вопрос, я приеду бесплатно сниму. Тебя за язык никто не тянул, короче, приезжаешь в понедельник в 9 в МГУ. Да. Скидка 54-й. Что у вас матч? Я буду капитан. Ты капитаном? Одел. Что, я вице-капитан. Одел. Саня диплом защищает. Антон, кстати, в середине вдвоем. А ты Степа, останься на верху. Я позавчера купил себе персону. Лучше вот эту штуку отсюда, чуть удобнее. Это студенты МГУ, да? Нет. Позорище. Ты нас попадешь? Мне кажется, я наоборот. Давай, то, что нужно, чтобы было написано с заборами.
Во сколько представление? До сих пор 0-0? Да. Хорош, хорош, молодцы. Все, магия закончилась. Корчагин. А Кутузов играет? По-моему, нет. Что тебе не нравится? Мне не жалко. Площадку. Паузу, давай, я посмотрю. Благодарю. У тебя кодек есть в съемке в 1080? Да. Снимай в нем. А я в нем и снимаю. У тебя 1080 стоит. А, понял тебя. Сейчас. Ну, на следующий. И, ну, и либо это у тебя странное обозначение. Тут. Все может быть. Просто лучше спор снимать в пи, потому что плавно слышишь. Прогрессивный фон. Прогрессивная форма? Нет, ты чё? Это вообще никак не связано. Я вообще на них никогда видео не снимаю. Яричек, давай. Я тебя зовут. А, Эрик, наверное, не. Это было забавно, короче. Я отбил очередной выпад 1-1. Как же он тащит? Бизюкин скучает. А почему факты, я не понимаю, почему? А, понятно, факты собрался. Чем странно, в карьере нет никаких лимитов вообще никаких. Да, они еле-еле собираются трассы. Так всегда было. Так было, даже когда мы с Ильей там играли, мы приезжали с Ильей, когда нас там приезжали, еще плюс Воинов ушел, повышает. Здорово. А Воинов заруинил нам абсолютно. Мы проиграли, я не знаю, не то, что прям из-за Воинова, но вообще не очень заруинил. На этот сезон собрался хорошо, и вот за эту звезду поймал сейчас. Но круто, когда и я на поле. Он все время орет на войну. Потому что, он орет, слава богу, просто на войну. Войну в такое, типа, ну, надо возвращаться. Нет, стоп, я явно считаю это наоборот. Он сам говорит, что он не против будет Кронос. Кронос, да, я думал, что он его возьмет. Потому что с вратарями он без дрюли проблемы. Но он сказал, что не считает. Я еще не взял. Я не знаю, что он не против.
слегка. На стендапе по слегка плюс один. В итоге я уже 4 игры подряд. Кстати, для себя в шоке я не сломался. Это вообще. Кто еще у вас не начинает? Кто? Мерезенцы. А, мерезенцы. У нас вообще старперский состав. Да, я знаю. Финал зато молодой. Первый с двух времени трансляция. А это второй тайм здесь? Другой, что? Один раз готов? Да. Белый, еще! Еще! Монарх СДМ. Как это? Водное поло. Не, ну это что, кубок или что? Они же разве не кубок? Это CDN2. CDN2, CDN2, конечно. Сейчас можно сразу заносить рубль на то, что сейчас будет гол. Прямо вот в этот момент, я уверен. Нужен гол. Нужен гол. Нет, у него только. У него мизинец сломан. Мизинец часть. А, ну отлично, черт. Мизинец часть кисти, кисть часть руки, рука часть тела. Игрок сломан! Стенский уже ползает. Ну, да, 8-10. Слава, давай! Давай! Вчера Волков снимал на Микрофоне. Это чтобы приютить для военных в России. Короче, организации есть добровольные люди, которые Волков спасают. Да? Короче, под шатуры уже. Там воскресенье. Короче, Волков снимал сейчас сложно, особенно когда ты заходишь к нему. Был Валерий с Волков. Да. То есть ты захочешь, тебе нельзя двигаться, ты сидишь только на одном месте. То есть ты снимаешь с одной точки и все. Ты то опять же должен быть контактный гол, хоть немного расположен. Ощенилась одна волчица и после нее Валера даже подходить страшно, потому что там ее совет. Белая, с брыльями, сильно злая. Что кажется, если ты залезешь, у тебя пополам распустит. Там не представься, даже руководитель этого питомника не рискует заходить. Он там такой стражи. Там причем еще было с 10 дней назад. То есть там волчата еще не слышно. Сыграл Настю по нему. Нет, знаешь, а вот, короче, я в одном вольере снимал. И такой просто сконцентрировался, если будет. Я понимаю, что у меня из виду пропал один гол. Я не знаю, где он. То есть я снимал, где два гола. То есть говорят, что не контактно, ничего людям не делают, все равно. Вести себя нужно аккуратно, потому что. Вперед, вперед! Там, причем уголок очень сильно пострадает на теле, когда есть причины, все равно возможно какая-то реакция. Особенно не знакомым людям, к которым они привыкли, которые не знают там больше полугода, они всех за своих, они их даже защищают. Они никогда не имеют. И тут я снимаю, и мне говорят, Ярослав, не двигайтесь. Я говорю, да, что? Тут чувствую, что мне кто-то кусает за икру. И он стоит и меня типа со мной играть начал. Я говорю, джинсы мне пропустил, я кровь беру. Просто жесть. Чуть-чуть я бы стал одеться. Волк начал кусать Ярослава, Ярослав стал метать икру. Он вроде и не собирался метать икру. Весело было.
Подожди, это же форма сборной по западу. Ой, запад. По-моему, она. Желтая? Да. По-моему, тоже. Вообще форма сборной. Понятно. И 3-0. Уже третья перекладина. Но зато, кстати, прикольно, я впервые в жизни увидел маленьких лисят. По белоте прикольнее, чем котят и щенки. Просто. Там месяц был маленький росенок, не мог. А ты что, помнишь меня? Нет, по работе ездил просто на документалку. Спасители ВЛП. Сегодня я снимал про спасителей красок. Я прям в ужасе. Краски же популярная порода, но многие люди не осознавают, что это одна из самых сложных пород для содержания. Потому что она начинает, они же реально начинают сходить с ума, если с ним можно наблюдать. То есть краска должна каждый день пробегать минимум 10 тысяч метров. Дальше они начинают сходить с ума. И короче, то, что люди с ними не делают, они снимают во время прогулки. Покарай, покарай! Когда бегает, попадает под машину, и он отказывает. И сегодня был за Истрой, самая смешная деревня Алексина. Шмыковский Алексин. Только Алексин. Короче, там хасок голов 100 было, не знаю, не очень много. У всех такие сложные судьбы. Он переоперированный ногами еле ходит. Когда хочет бегать, он лапу тащит, и вот так ползет дуб. Вот он мальчик в полудубе зоне. Прямо здесь. Право никого! Право никого! Причем чаще всего это, когда люди просто привозят и говорят, посубите собаку, не знаю, у них такое. А вы о чем думали, у вас заводили каску, ё-моё. То, что она будет, что он как Йорк сидит дома и терпеть протирать. Блин, это йоркширский терьер, который был не собака, а кошка, честно сказать. Это как люди, которые мышек чаузи сдают. Вот, знаешь, думают, вот, типа, прикольная на вид кошка. На самом деле чаузи, это же безумные немного. Они любят веселиться, развлекаться, они носят по всей квартире, это что за кошка. Они такая активная, довольно-таки кошка. Это не которая похожа на рыжую? Это Мейн-кун, то, что, о чем ты говоришь? Не, Мейн-кун, не. Мейн-кун, скорее всего, про бенгала говоришь. Кошек каких только нет. Я так обрезаю! Собак тоже есть. Более 1000 пород кошек и 5000 пород собак. Сань, оглядывайся, Сань. Собак больше. Несложно рассматривать. Я, кстати, поразила. Короче, швейцарская овчарка белая. Короче, люди многие иногда бывают, не знают, их заводят, типа, может, самая дрессируемая собака и так далее. Но этой собаке есть один ужас. У нее 23 часа из 24. Все время. Даже во сне. Во сне вообще собаке надо. Да? Нет, это не совсем так. Они не лают во сне, они все равно просыпаются. У них просто первая реакция, если их быстро разбудили, лай. Нет. Но опять все. Же от собаки зависит. Это... Английские бульдоги все храпят. От сна. Они храпят так, что ты спать не будешь. Храпят все, морды такие вжатые, как у бульдогу мопса. Но опять же, не обязательно. Английские овчарки, если у них есть бульдоги сочи, они храпят. Ну это есть легкие, проблемы и все храпят. Не обязательно. У нас собака, как бы, тоже подходит. Вон они смотрят на первом поле, вон они. Серый,
Там против кого? ЦДК. Обе забьют бы зашло. Счет 4-1. Давай, Серёг!